начинается. Ну да, ну да. И вот честно, меня уже начинает раздражать, что нас каждый раз оставляют без оружия. Какого хрена? Так, войска синдиката штурмовали... Наверное, опечатка. Штаб TCTF во время ночной смены. Основная группа агентов TCTF теснится превосходящими силами противника. Найдите способ прорваться на верхние этажи и помочь своим союзникам. Указание вам будет нужно разблокировать двери и выбраться на лестницу. Ага. Крысу дьявола, нажмите присесть, отпустите присесть, нажмите кнопку удар ногой. Движение охватывает большую площадь, используйте в окружении. Ну да, конечно. Нас тут двое запинают, а уж окружение от нас вообще мокрое место не оставит. Да вы охренели! Не надо мне тут. Так, это мы подберем. Ты готов или нет? Я тут немножко запаниковал, потому что там вроде как снизу кто-то пробежал. Ну да, вон вроде собаки. Просто я уже думал, они сюда идут. Но так или иначе, нам нужно оружие. Так, тут закрыто. Это в целом или... Нет. Воу, воу, воу! Так, кадет, приветствую вас. Воу, это враг. Ты да блин. Я не это планировал, ну ладно. Дело сделано. Такое ощущение, что у нее есть, не знаю, какой-то шанс крита. То есть, то не пробивает, не пробивает, он как пробьет и все, и покойник. Это тоже раздражает на самом деле. Потому что невозможно контролировать бой из-за этой херни. То есть ты просто не знаешь, когда твой удар пройдет удачно, а когда не очень. Блин, и ни у кого вооружения, да? Кадетов потеряли. Так, да, ты красный убей, а синька по мутузю. Спасения нет. Любимый топор. Ладно, я это возьму. Любимый топор. Блин, ну чуть-чуть не дожил мужик. Он был близок. Так, понятно, видимо, все это все-таки не кадет, а, так сказать, обслуживающий персонал. Видимо, в норме. Хоть кого-то спасли, то хорошо. Доступ запрещен. Понятно. Рановато. Там внизу что-то есть. Так, мы на каком уровне? На втором, да? Это получается на каждом придется пробежаться? Но, справедливости ради, враги здесь пока что же без оружия. Но толпой. Как же это бесит. Так, ты там не подходи. Сказал же, не подходи. Ну, с другой стороны, хоть оружие принес. Воу.
Так, ты враг, да? Да, блин. Да, вас что-то многовато. А ну давайте по одному. Вот раздражает. Отпустить надо управление и дважды зажать бег, чтобы она достала... Ой, достала. Начала бежать. Так, подходи. А, в принципе, знаете, давайте. Чего? А почему она выбросила оружие, я не понял. Ядерная волна! Так, я не понял, какого хрена она оружие выбросила? Забери. Нет, не хочет. А почему врагов получается, а у нас нет, а? Давай. Может, надо еще что-то нажать? Да не в них. Ай, мужики. Идите нахрен. Нет, я вроде сейчас Q нажал, не получилось. А, вот экспериментируйте, на тебя нападает толпа врагов? Не, никак. Ладно. О, да. Вот я пытаюсь использовать тот супер прием, который нам показали. Вот это вот. Вот, пожалуйста, пожалуйста, спасибо. Очень полезный прием. Мало того, что мы должны подставляться, так он еще и не работает. Они спокойно его заблокировали. О, да. Ядерная волна. Ядерная волна. Блокбастер. Пожалуйста, просто даже никаких предупреждений. У него просто внезапно начинается прием с места, который нас просто пробивает. А, да, где это оружие? А ну да, оно уже испарилось. Спасибо, очень мило. Тутный арбалет, блин. Оружие. Два заряда, один выстрел. В отличие от его низкотехнологической тезки, этот арбалет с огромной скоростью выпускает стрелы из замороженной ртути. Опасность представляет как травма тора, так и последующее отравление ртутью. Ртуть, на всякий случай, напоминаю, что не отравляет вообще-то. Ее пары ядовит, да. Сама по себе она не токсична. Так... Убивает всех, кроме самых мощных противников, с первого выстрела. Арбалет должен охладиться перед новым выстрелом, поэтому имеет низкую скорострельность. Замечательно. Это типа вот, вот, вот эту популять. Еще бы боеприпасы выдали. Было бы вообще замечательно. Что? Где? Это оттуда кто-то? Или сверху? Пойди пойми. Так, мужик оставил... наверное, будет прыгнуть отсюда, чтобы забрать. Так. Блин, мужик, ну что ж ты не дожил немножко опять? Какого хрена им так не везет? То есть я, в принципе, понимаю, что нам тоже не везет. Но нам-то... Вот просто... А как мне понять, что этот удар нужно был пробить блок? Или у меня опять скрипт на блок не сработал? Вот, серьезно, это ну так раздражает! Ты просто не можешь понять, что ожидать от противника и что делать из-за этого! Эй! Новые координаты для тебя, Канока. Ядерная волна! Мужик, умеет новые на главной лестнице, поднимись медленно и осторожно. В смысле? А, забейте.
Вот откуда нарисовались внезапно-то! Вот здесь вообще не было! Этого не должно было произойти. Лекарство есть? Они маньяки. Вы прибыли как раз вовремя. Благодарствуем. Ну, не, серьезно, какого хрена? Конечно, хорошо, что не пришлось со всей толпой сразу махаться, но все равно раздражает. Добро. Лежать. Привет. И тебе здрасте. Возьми эти боеприпасы, они тебе пригодятся. Да, вполне возможно. Лежать? Вот серьезно, вот откуда вы взялись опять? Спокойно. Так. Мы отсюда зашли. Эту дверь открыли. Хорошо. Не бегай за мной, кадет. Мы устранили энергетическую подстанцию. Статическая защита отключена. Да я, блин, теперь запутался, куда мне идти. Мы были сверху. Там не открылось. Мы спустились, торопись, чтобы открыть. И кого-то хрена мы открыли здесь что-то. И теперь пытаются прорваться в командный центр. Мы не сможем удерживать их долго. Кадет, что ты здесь делаешь? Просил же. Мне, конечно, очень приятна твоя помощь, но, блин, побереги себя. Нам-то тебя не жалко. Я не виноват. Давай. Да. Так. Ух, едить. Куда мне бежать, чтобы корец за нами не бегал? Кадет, возьмите ваше оружие, пожалуйста. Вот почему враги подбирают оружие, а наши нет? Что за вечная подстава? Почему нам разработчики столько палок в колеса вставили? Лежать. Так, дай подобрать. Опа. Хорошо. А, хорошо. Ну нет, стоп. Это еще не работает. То есть мы не туда пришли? Или еще где-то терминал, который я проморгал? Каноко, рад видеть тебя. Жаль, что ты не появилась на пару минут раньше. Ладно. Но я не вижу терминалов. Опять проблема. Так, ну оттуда мы бегали, получается. Значит, это здесь просто одни и те же лестницы, условно говоря. Да ё-моё, сколько ж тут этажей-то придется облазить. Мужик, тебя не смущает то, что здесь вот мужики стреляют по нам? Вот как понять, что он вот так вот сделает?
Чего? Вот, тебе понадобятся эти боеприпасы. Да нет, нам сейчас лекарства нужны. А не боеприпасы. Откуда ты взялся? Кусок говна. Ну, молодец, хвалю. У меня есть кое-что для тебя. Блин, стоит туда идти, не стоит. О, вражины с оружием. Воу-воу-воу, от... Какого хрена? Так, перезарядить. Ты-то как умудрился погибнуть? А, понятно. Вопросы отпали. Да блин, я же нажал перекат! Убери оружие. Вот, пожалуйста, вот любой удар ногой — это фактически подстава. Так, нам не сюда. Так, мы здесь были или не были, я уже не помню. Так, судя по этому телу, были. Мы что-то открыли. Осталось понять, где. Так. Тела есть. Ага, да, точно, здесь были. Ты враг? Идите. Это враг с повышенным шансом блока, я так понимаю, да? Офигенно. Просто 10, блин, нахрен из 10. Хорошо, хоть один на один показали. Они, как они обычно любят, в толпу вбросить. И да, сразу небольшое пояснение. Здесь толпой, я уже считаю, когда их больше одного. Потому что тут один-то заспамит нахрен. Так, стоит ли пытаться сразу лезть? А, опять, пожалуйста. Как мне определять, что они собираются это сделать? Вот просто, ну... Вот, никаких же признаков нет этого движения! Да, блин. Ладно. Thank you.
Погоди! Канука, помоги! Нет! Попалась! Блин, Барабас. Шинотама была похищена отрядом синдиката. Они направляются на крышу. Найдите их, прежде чем они смогут сбежать. Да. Е-мое. Да где враг-то, я не вижу. Ты враг? Вроде враг. Привет. Просто говорю, свои в синем, враги в синем. Кто стреляет? А. Я просто боюсь остановиться, так как по нам начнут стрелять. Скорее всего, прицельно. Чего нам бы очень не хотелось, в принципе. Приходится вот такой цирк устраивать. Ой, блин, ладно. Так, краткий обзор. Наркодилер, связанный с синдикатом, привлекает молодежь, используя гипоспрей в больших количествах. Устройство, которое они используют, делают инъекцию практически безболезненной, так что жертвы, как правило, ни о чем не подозревают. Если дилер второй раз ввел человеку этот препарат, у него появляется зависимость. Агент синдиката внимательно выслеживает на дискотеках людей, у которых начинается ломка, и предлагает им избавление от мук в виде своего зелья. Противодействие. Нам нужно что-то, что позволит быстро проверить большое количество людей и выявить тех, кто уже получил одну инъекцию, того, как они будут обработаны еще раз. Исследовательские группы должны попытаться создать оборудование для тайной проверки помещений на наличие запрещенных веществ. Так, это, видимо, не совсем связано с тем, что у нас происходит, просто стороннее расследование. Так, где лестница? Так, ты враг или... Я просто не помню. Так, ладно, надо... Алло? Ага. Если что, ее даже перезарядить, оказывается, нельзя, пока она перезаряжается. Как бы странно это ни звучало. Эх, многовато потратили боеприпасов на ровном месте. Но ничего страшного. Надеюсь. Ребят, не подкиньте боеприпасов, нет? А, у этих остались. Ладно. Это было не зря. Так, здесь ничего и не рабочий терминал. Хорошо. Не-не-не, серьезно? У меня шанс туда подняться не меньше малого. Но, видимо, выбора нет. Понятненько. Ненавижу такие моменты. Ребята, а вы что стоите, бездействуете? Говорить не хотят. Ладно, пусть хотя бы прикроют. Надеюсь. Так, не, ну тут я точно не перепрыгну. Или перепрыгну. А, сплошные вопросы. Так, остров Пикассо. Так, ученый-отступник Бертрам Навар открыл способ влияния на клетки организма, что позволяет изменять формы тела, не беспокоясь о целостности органов. Один из экспериментов состоял в успешном разделении позвоночника исследованного объекта путем придания особых свойств клеткам, находящимся между двумя половинами позвоночника. К сожалению, увидев, что ему могут запретить работать над его открытием, ученый бежал и теперь проводит свои ужасные опыты над людьми, взятыми в плен синдикатом. Противодействие. Пассажиры увеселительного морского круиза с трудом избежали захвата наемниками из островной лаборатории Наварра. Был проведен масштабный рейд на этот остров, и теперь лаборатория полностью разрушена. Тело Наварра так нигде и не обнаружено. Так, ты враг или нет? Потому что те не реагировали, но... Блин, серьезно? Да у меня шансов меньше мало тут запрыгнуть. Ага, это враг. Понял, понял, понял. Ребята, стрелять по нему. Да, блин. Ну, вы, конечно, вредины. А, стоп. Я же... У тебя что-нибудь?
Они прорвались сквозь наше заграждение так, словно нас там не было вовсе. Видели бы вы монстров, которые схватили Шинотаму? Видели мы его один раз. Так, минуточку. Блин, опасно. Если я сейчас заменю оружие, оно же может потом не найтись. Так, ну даже не знаю. Чё-то оптимизм мне эта фигня не внушает от слова совсем. Жесть. Блин, я бы помог. Но сначала придется осмотреться. Ох ты ж... Не-не-не. Наверное, все-таки не сюда. Блин, нет. Наверное, все-таки туда. Их нету? В смысле, что случилось? Ничья? Блин, мужик, не пугай. Они взорвали переход и даже попытались взорвать лифт. Лифт? Они перекрыли подходы к системе управления, но кабель выдержал, и слава богу, кабель не упал. Не смогли взорвать? Дай мне лазерный резак, быстро. Для чего? Если я скажу, ты не поверишь. Сюда. Лифт был испорчен врагами, используя лазерный резак для обхода испорченного лифта. Понятно, сейчас видим, придется полетать. Так, тут ничего больше не завалялось. Ладно. Какой кошмар. И там враги вышастают, да? Барабас хочет покончить Шинотамой. Ну, точнее, Барабас. Остановите его и спасите Шинотаму. Легче сказать, чем сделать. Не надо, мужик. Нам вас и без этого хватает. Так, еще понять, куда идти. И нет ли их еще больше здесь. Что-то непонятно. А куда идти-то? Так, что-то взять. Лечение взять. Оружие спрятать. Вау, он выжил? Так, там, видимо, терминал. Блин, тиридгат откуда угодно может вылиться. Ну да. Блин, он же перезарядил. Ну ладно. Подставы такие подставы. Воу!
быстрее, быстрее, быстрее надо сменить. О, опять 25. Откуда этот взялся? Так, стоп. Эх, слишком быстро тратим. Хорошо. Или не очень. О, невидимка. Смысла в этом нет? А может и есть. Да, у нас не видно, удары блокируют. Стоп. Показалось? Да, показалось. Ядерная волна. Ты дурак? Эх, весь щит профукали. Так. Так, допуск гамма С-16 выше. Эх, журнал состояния сотрудников дополнительно во время выявления выполнения тренировочных упражнений у Канока был зарегистрирован всплеск энергии Давдана. Ее сила, скорость и выносливость временно достигли уровня, который можно назвать суперчеловеческим. Она пребывала в таком состоянии в течение 1.5 часов. Круто! Во время обучения ее сил она выказала необычайную агрессивность, чем очень напугала своих инструкторов. Мы попросили ее успокоиться, чтобы мы могли ее обследовать, но она отказалась. После того, как всплеск энергии прекратился, мы ожидали, что она будет очень истощена, но этого не случилось. В действительности она была очень энергичной и потребовала начать весь комплекс тренировочных упражнений с самого начала. Если Канока еще раз произойдет подобное, она может стать чрезвычайно опасной. Все ее тренеры предупреждены о необходимости всегда иметь под рукой электрошокеры. Как мило. Здрасте. Я думаю, они на крыше. Хорошее предположение. Да ты издеваешься. Блин, там драки какие-то тут. Мужик. Это им еще мало, да?
Вот теперь хватило. Эх, блин. Вау, вау, вау. А, и сразу же закрыли. Молодцы. А, замечательно. Вот просто 10 из 10. Просто восхитительно. Да подбери. Дело сделано. Ну вот серьезно, как? У нас просто даже возможность нормально резко развивать дистанции нету. Просто замечательно. Угу. Снова ты. Ты не сможешь спастись от меня. А кто сказал, что я хочу убежать? Я сказал, блин. Да ты прикалываешься. Да ты прикалываешься. Как он задолбал. Вот как он просто задолбал. Вот тупой рандом тупого рандома. Не волнуйся, Шинотама, я иду. Нет, серьезно, просто надо быть конченным дегенератом, чтобы сделать такую херню. То есть, просто есть мудак,
которому на все насрать и который постоянно регенерируется. В результате весь бой это тупой рандом тупого рандома. Он не стал прыгать? Замечательно. Он стал прыгать, все, иди на точку перезагрузки. У него не сработал скрипт на захват? Замечательно. Сработал? Иди на точку перезагрузки. У него сработал скрипт на лечение, и ты отказался слишком далеко? Ну что ж, будет любезен, что рано или поздно, пока ты его пытаешься проковырять, у него сработает скрипт захвата или скрипт прыжка. По несколько раз подряд, блин. Ну или, конечно, как вишенка на торте, если ты его не отведешь достаточно далеко от своего оружия, он подбежит к оружию, перекатом сразу его схватит, и тут же, блин, выходя из переката, из него пальнет, без какой-либо предварительной подготовки и строго точно в тебя. То есть, задумка 10, блин, из 10 при неработающей, блин, системе боя.